Анкор Фитнес на рынке уже с 2016 года. Это сеть фитнес-клубов премиального формата. Появилась идея создать идеальный фитнес-клуб. Идея также пересекалась с концепцией, которая очень популярна сейчас в мире, называется концепция Third Space. То есть, когда фитнес – это некая точка между домом и работой. Наша аудитория – это владельцы бизнеса, это топ-менеджеры, руководители каких-то крупных проектов. Это люди, которые привыкли совершенно к другому уровню сервиса и отношения к ним, непосредственно как в клубе, так при общении по телефону. Так как клуб премиум-сегмента, мы не имеем права оставить заявку долгое время без внимания. В нашем случае количество потенциальных клиентов, оно действительно ограничено. Поэтому это будет преступление проигнорировать клиента, не обратить внимания на него и не проводить с ним более долгосрочную работу. Выбор CRM-системы для нас был одним из самых важных аспектов на этапе зарождения продаж. Первое, чтобы эта система была доступная с точки зрения того, чтобы ты посадил сотрудника и он начал с ней работать. Чтобы человек, который приходит на свое рабочее место, было очень удобно и просто адаптироваться к работе с системой. С первого взгляда было понятно, что очень удобный интерфейс, потому что все прописано, все быстро, лаконично. Раньше в прошлых CRM, к сожалению, была неудобная программа, и, как правило, все это делалось через Excel. Была знакома с программами другими CRM, не AMA. В сравнении они все-таки были тяжелее. Чтобы выстроить долгосрочные отношения с членом клуба, необходимо помнить о нем. Первое, что нам позволяет это сделать, это ряд автоматических задач, которые позволяют ему своевременно позвонить и связаться с клиентом. Мне также не нужно помнить о том, что мне необходимо клиенту позвонить. Мне как пуш-уведомление приходит. Это очень удобно. Первое, что мы видим, это заявка или обращение непосредственно в нашей программе. Второе, что мы будем делать с этой заявкой, с обращением, мы посмотрим максимально подробную информацию, откуда человек пришел, с какого ресурса он к нам перешел, чтобы понять, как начать с ним разговор. Нам бы, конечно, хотелось совместить CRM-систему и нашу программу, именно непосредственно клубную. И это очень просто сделать, так как у AMA CRM открытая API. Мы интегрировали AMA CRM с нашим сайтом, мы настроили IP-телефонию, подключили корпоративную почту, подключили разные каналы, разные рекламные кампании, соцплощадки, мессенджеры. В AMA CRM есть такой интересный инструмент, который меня, честно, просто сразил наповал. Это диджитал-воронка. Это возможность настраивать разные удобные сервисы дополнительно для себя. Диджитал-воронка позволяет нам настроить автоматические задачи. То есть менеджеру уже не нужно помнить, ему нужно поставить звонок через 2 месяца, через 3. Тебе не нужно переходить на Facebook, тебе не нужно приходить в Instagram, личные сообщения. Ты отвечаешь прям непосредственно из программы. Делая взвешенный выбор в сторону AMA CRM, первое, что меня впечатлило с точки зрения руководителей, это удобство получения аналитики отчетности по воронке. Ты зашел с телефона, пока едешь там в метро, или там просто пока идешь, тут же воронку загрузил, посмотрел, сделал аналитику по звонкам, сколько менеджеров сделали из входящих звонков. Интеграция с CRM позволяет нам оценивать, насколько эффективно работают те каналы и те креативы, которые мы используем. Все лиды падают в единую систему AMA CRM. Соответственно, мы понимаем, какой лид пришел с какого канала. В дальнейшем мы отслеживаем путь клиента. То есть нам нужно понять, какие из лидов являются качественными и становятся нашими клиентами, какие некачественными, для того, чтобы могли скорректировать собственную маркетинговую стратегию. С недавнего времени AMA CRM настроили возможность получения отчетности. Ежедневный, там, как тебе удобно, ты выбираешь настройки, и тебе приходит информация о текущем дне, накопленной какой-то информации. Это плюс. Причем приходит на тебя в Telegram. Такая современная система позволяет не раздувать штат сотрудников. К примеру, чтобы содержать программу, другую, иную, нужен пул специалистов IT-отдела. Здесь элементарно тебе интуитивно понятно, как настраивать систему. При использовании CRM конвертация входящего звонка во встречу возрастает в 2 раза. Действительно, работать в CRM-системе так же просто, как, к примеру, добавить друзья в Фейсбуке. В целом, примерно так же система устроена, интуитивно и понятно. 21 век, такой программы и должна быть. Запустил и начинаешь получать результаты.